кофту переодеть. Ты кофту убрал, да, нет? А то мне плечи сожжет. Кофта нет, она то. Нет, Глашу мне держать надо. Этого не стоят. Карьеры стоят этого. Вон, смотри, место! Да там больше.
Дедушка, едь куда-нибудь подальше. Ну вот, можно тут где-нибудь встать. Ага, и спи. В воду не заходить, там сразу обрыв. Папа, слышишь? Ну тут купаться. Всем привет. Сегодня мы отдыхаем на карьерах в Ленобласти, недалеко от поселка Новинка. Сейчас мы сюда ездили в детстве. Пятиходку дай, пожалуйста. Вот. Мама, зашил. У тебя что такие руки? Так, побежал за лодкой. Вот мы сюда ездили отдыхать, когда были маленькими. И это место... Мало того, что обрело популярность, тут же его параллельно с популярностью и успевает засирать. Вот, куча бычков, куча мусора по бокам. Кого? Бейсболку? Сейчас. Вот так вот эти карьеры выглядят. Вот, их тут больше, то есть вот это самый, по-моему, самая чистая вода, потому что здесь бьют ключи, тут вода всегда холодная, только вот в жару, наверное, она немножко прогревается сверху, а вообще все время бьют ключи, вода все время холодная. Вот такая вот история здесь. В принципе, все, что есть по берегу, оно примерно так же. Вот, то есть, что за люди это делают, я не представляю, как так можно вообще поступать. Так. Миха, Надя, всем привет, Глаша. Миша, не кидайся, пожалуйста, песочком. Да, сразу же бизнес по прокату лодок. Миша, не надо, не кидайся, не надо, пожалуйста. Па, ты весь грязный. Нет, это ты весь грязный. Она отсохнет, отвалится. Миша, мы тогда уходим, мы уезжаем. Если ты будешь кидаться, мы сейчас уедем. Вот, бери Глашу. Так, Глафира. Берем Миша, Глафиру. На лодке, люди, нет, муха, фокусируйся. Так. Да, вот если бы... Если бы люди были посознательнее, то было бы... Слепень на ноге. На ноге. Убирай, на ноге. Упугивай, на ноге. Миша, слепень тебя ест. Вон, Михаил, на ноге кусает. Михаил тебя кусает. Вон, нога кусает. На ноге, убери, да ноги, вон. Слепня. Нога, вон, слепня, на ноге, вот, убери. Вот кусает, смотри. Вот, вот кусает. Пойди. Вот, видишь? Все, пластырь. Не классно, убирай, упади. Пластырем не надо, иди в воду помойся. Помой быстрее, рано. Вода здесь чудесная. Но тут еще выходные, сейчас суббота, воскресенье, ее замутили. А вообще она прозрачная, очень видно, рыба плавает, видно. Рыбу сюда занесли, заселили. И вот там карьеры, которые, они такие более травянистые, более заросшие, и ее там и ловят. Вот, а здесь такая более морская вода, потому что много медного купороса. И она такая прямо аж бирюзовая на фотках. Когда вот не мутная, то фоточки прям чудо получается. Так. Папа! Ладно, все, пора отгонять слепней и смотреть за этим мальчуганом. Так, поехали. Вот, Миша, здесь. Что ты сделаешь? Так я видео. Знаешь, что говорю? На кассу
садись, что без белой сидишь? А где ты снял? Так. Ну пойдем за шапкой, а то голову напечет. Не надо, не надо, Миш, пожалуйста, не кидай. Ты-то помойся, залезешь, а мне-то с Глашей не залезть и не помыться. А как мы туда съедем? Поворачивайся и ноги вперед. Сейчас мама будет вставать. Ноги вперед, ноги вперед, ноги. Пойди на попу, смотри вперед. Сейчас мама будет вставать. Гавриил, пожалуйста, не надо. Я говорю, я буду вставать. Ты меня слышишь? Нет. Гаврюша. Да. Зачем так поступать? Сейчас, подожди. Во. А что ты куда? Миша, что ты делаешь? Это самый большой обман в твоей жизни. Опять? Ой, как тут встают люди. А, ты теперь человек прямоходящий. Давай. Моана, плыви. Ого, Гавриша. Знаешь, как я плыву? А потом отближается, что я у самого берега. Давай так сделаем, что я плыву, берега не видно. А потом подальше. Ну, тут люди ходят по пояс, так что. Миша, Миша, убирай, Миша. Так ты его посади кататься вдоль берега. Thank you.